все-таки вернемся. Вот, хотя тяжело, и мне самому боюсь. Так, сейчас мы подсократим все это дело. Сыграю несколько песен, которые я в русле вот этого вечера, без которых, пожалуй, будет. Ушел с оружием в руках в ночную темень на удачу. Ушел с поста сквозь жуткий страх, что будет все теперь иначе. Пусть навсегда осудят здесь, ведь за чертой другое свято. Зато в Канаде тетка есть, а там олрайт живут ребята. Ба-дам, 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 ба-дам. Полком искали, сбившись с ног, но отыскала контрразведка. Обмену был назначен срок, хоть духи шли на это редко. Цена слезами, сало нам, другим еще платить немало. Отдали им за пацана 12 профессий, а мало. Героем, но как же так, у хлопца стресс, а вы мальчонку под конвоем. Сел напротив мусульманина в доску свой, а акцент давно в расчет не беру. Пусть не наша форма веры другой, предложил ему такую игру. Предположим, я буржуйская масть, и я из Штатов и спрошу напрямки, почему, когда народная власть арт-огонь советов жрет кишлаки? Что же Янка? Улыбнулся сосед. Помнишь, как у вас гражданская шла? Нынче север вами всеми воспет. А ведь он хороший, сжег юг дотла. Есть афганский свой пример у меня. В кишлаке собрались банды главари, и кишлак тот окружила броня. В репродуктор выходи, говори. Но не вышли главари за порог, всех же смирных мирных взяли в залог. Ждали долго, а потом по соплям дать пришлось не только им, главарям. Всем, кто выжили в кромешном аду, волю сахара, муки, сухари, а в округе, как в весеннем саду, смех и песни больше нет. Завтра все, а сегодня война. Завтра с родиной мы и с родными.
А сегодня, сегодня, прости, старина, если пуля все это отнимет, завтра будут дороги без мин, тормозной и в кювет надо спаться. А сегодня с войной один на один, и сегодня обочинам рваться. А сегодня с войною один на один, и сегодня обочинам рваться. Завтрака оператор родной нас пропустит бесплатно в сортиры. А сегодня отчизна за нашей спиной, вместе с ним набирающим жира. Завтра мелочь пойдет по рукам, все в размен, завтра топать по краю. Кое-кто без потуг разменяется сам, но кое-кого разменяют. Кое-кто без потуг разменяется сам, но кое-кого разменяют. Как сегодня все просто у нас, и порою разжив, то счастливы, и на небо глядим, словно в первый свой раз. Это завтра скучать без разрыва, завтра ты как моряк с корабля, после шторма сошедший по сходням. И когда как под ним закачает земля, не роняй, это наше сегодня. И когда закачает родная земля, не роняй, это наше сегодня. Не роняй, это наше сегодня. Но, опуская там 2-3 литра и прочее, к сожалению, нас ожидало вот это многоточие из горячих точек, которые превратились в перманентную, какую-то бесконечно до сих пор продолжающуюся войну. Вот, и я себе позволю несколько песен разножанровых из этих войн. Знаете, вот сидит здесь Леша Песлес, он начинал лейтенантом. Ну, как все мы начинаем лейтенантами, в границе России. И вот когда я писал эту песню, я писал, собственно, от имени нас, лейтенантов, которыми пошли в Афган. Вот. Вот этим лейтенантам, которых уже тащило по Таджикистану, по Приднестровью и по прочим, им досталось такое наследие. Им легко расти было, я им тогда говорил. Вот, легко расти, потому что в армию-то не стремились в это время. Не стремились. И сейчас у них нормально. Он же подполковник. Все, но ведь это он все вот своим брюхом в безверии, вот в этом, понимаете, вот в это... Время сомнений. Мы-то не сомневались. Нам было легче. Вот есть такая песенка, называется «Литина». Он касался ее губами, точно выпить хотел до дна. Очень маленькими глотками замирала струной она. В ней любила любую бороздку, но шатал. И без вина, если видел ее походку, упакованную в джина. Лейтенантскую жажду женщин, нерастраченный был казарм, он отдал ей при первой же встрече, заглянувши в ее глаза. Через месяц конец корриде был сначала мило смешон, а потом он ее обидел, не простившись даже ушел. Что слова, думал он, помеха для нее и сплошной обман. Лейтенант на войну уехал на границу в Таджикистан, где в краю у горного солнца посреди беды и тревог лейтенант.
трусы усмехнется, вспомнив пластику дивных ног, чтоб лицо ее и походка не достались пустым словам. Он ей писем не слал, а фотку он не смог обнаружить сам. Ни в одном из ее альбомов не нашел родное свое, где бы с грацией столь знакомой оживала душа ее. Он погиб без затеи на мине, подорвавшись у козьих труб, что нашли, собрали в ложбине, запаяли в цинковый гроб. Основное про звездного принца лишь тогда узнала она, и в ему приглянувшихся джинсах заявилась на похоронах. Время крутит педали, встал наша девочка под венец. Муж, конечно же, славный малый, и ее малышу отец. Только часто гуляют аллейкой, где ей чудится смерти нет. Лейтенант сидит на скамейке и, любуясь, глядит ей вслед. Он касался ее губами, точно выпить хотел до дна, очень маленькими глотками замирала струной она. В ней любил любую бороздку, но шатала и без вина. Если видел ее походку, упакованную жена. Вот, передо мной сидит атаман Некрасов, кипахарь, вот, наш дорогой Николай Анатольевич Малышев, вот, и казачество многострадальное. Вы знаете, я с Кубани, и много видел ребят там ходящих, вот это, с генеральскими огромными погонами, с огромными этими орденами, они еще дедовские там одевали, все, есть там какие-то традиции. Вот, и все это я как-то с грустной, не улыбкой, усмешкой я наблюдал все это, пока не попал в Приднестровье. Это, конечно, другие были казаки. Вот. Но я не буду долго говорить, я просто спою песню о генерале Киселеве. Ах, как затянуться, мне хочется снова. Хоть бросил дымить, уж 17 годков. Сегодня услышал я про Киселева хорошее, доброе слово от фронтовых казаков. Священника сыну в трущобной Америке драться, чтобы жизнь не достала, и драться пришлось до самых седин. Прошел 3 войны, дослужился там до генерала. Повсюду респект, и действительно стал господин. Цветаста судьба генерала, но все предисловие к поступку, что жжет, словно с хлебом, стакан на столе. Он поутру в Штатах узнал о беде Приднестровья. А вечером был этот русский на русской земле, спасая пилотов под джунглям Вьетнама. 2000 км он протопал и все-таки спас. И высшей наградой Америка мама пополнила русскому иконостас. Попал в десантуру, в разведку и в пекле, служил он достойно. Храни
Хранимый отцовской молитвой из всех передряг выходил. Мотался по миру, по войнам, лишь раз на войну добровольно. Прибыл к казакам, и многих из них уберег от могил. Цветаста судьба генерала, но все предисловие. К поступку, что жжет, словно с хлебом стакан на столе. Он поутру в Штатах узнал о беде Приднестровья. А вечером был этот русский на русской земле. А вот против сербов сражаться не стал он. И вышел в отставку, такой переплет по русским просторам. Потом тосковал он, теперь Киселев в Красноярске живет. С любимою русской, без вил и приема. И жизнь, как у всех нас, порою не мед. А все же в России он все-таки дома. И все как у нас, только сердце поет. Цветаста судьба генерала, но все послесловие. К поступку, что жжет, словно с хлебом стакан на столе. Он поутру в Штатах узнал о беде Приднестровья. А вечером был этот русский на русской земле. Он поутру в Штатах узнал о беде Приднестровья. А вечером был этот русский на русской земле. Знаете, я вот служил в границе России последние 8 лет своей службы, если со стажем, то и 10. Вот, и мне доводилось ездить в Чечню, в Дагестан. Вот, мне было легче делать, чем ребятам многим, когда они вообще в области могли выехать. А мне еще деньги платили. Я, правда, и писал, и играл. И вот по всем этим я приезжал вымотанный, иногда через день уезжал обратно, улетал по командировке директора Федеральной пограничной службы. Вот. Но всегда старался, чтобы это все было. И вот была такая операция спецназа, и попали мы туда просто, ну, вопреки всему. Когда с воздухом соединение спецназеров, десантников и пограничников перекрыли дорогу смерти, которую выстроили современные рабы. Вот. И мы там чудом, и слава Богу, оказались. Хорошо, там уже были афганцы, и таджикистане, и песни по песням там, и не по песням. Как-то они знали меня, и мне, в общем-то, тогда многое больше увидеть довелось, чем мне. Более того, они даже с духами разбитыми договорились, с чехами, вот договорились, чтобы не мешали смотреть концерт, а те не выполнили слово и стали стрелять. Тогда расчистили, поставили посты, и концерт продолжился. Я говорю: ребята, что вы стоите, возьмите ящики из-под боеприпасов, это ж нормально. Они так, уп, а ящики взялись полные. Ну, не спецназовцы, они все поставили, серьезно. А мы на ящиках этих играли. А когда начали стрелять там, вот, я бетер все-таки доиграл до конца. Вот это о них как раз. В горах деревья с облаками свиты, но эти виды нынче подо мной. В бою никто не хочет быть убитым, и все же каждый принимает бой. Все буднично и ясно до предела, все без туманных фраз и прочих штор. Судьба струной натянутой запела. Тут он тебя или ты его в упор. Сгорают жизни, как метеориты. Вот кто-то заслонил тебя собой. Хотя никто не хочет быть убитым, но без него ты продолжаешь бой. Отсюда шаг, и ты уже у Бога один лишь шаг.
шаг и ближних возлюбя. По звездам, как по щебню у порога, уходишь в рай за все, простив себя. Есть цель, их надо выбить с перевала. На этой цели все замкнулось в раз. Вся жизнь твоя от самого начала. И смерть, она в лицо глядит сейчас. Мы встали в рост, они с камнями слиты. Собор в стене огня прорубим дверь. В бою никто не хочет быть убитым. Но это ведь не главное. Удивительно, я у себя в музее, в школьном музее, где одна из ипостасей, там руководитель, лежит партитура духового оркестра. Они там по-другому называли, просто военный оркестр. Вот. И там написано, там, с уважением автора, но что интересно, что начало этой песни начинается. Я не любитель оркестровой меди, она уж больно часто мне фальшью душу ест. Вот. Но стихи, в стихах это очень сложно, потому что под акустику такого духового оркестра решался стих. И они это разучили на западенщине. И мне мой сокурсник, ну, во Львове была журналистика, да, только он, правда, будет просить работник, вместе в Афгане служили. Он мне ее привез, они заняли с этой песней первое место, там какой-то был фестиваль песен на западенщине. Я теперь ржусь этим делом. А написал я ее, знаете, я... В Афгане, когда вот уже все, последние боевые, там все, вот, едет этот оркестр, играет в пыли, никому не нужно, и мало чего слышно оттуда, все там уже возвращаются. Этот... А я подумал вдруг, а когда-то мы все это дело будем совсем по-другому воспринимать этот оркестр. И я как бы написал к себе сегодняшнему обращение, вот, и к нам сегодняшним, да. Я не любитель оркестровой меди, она уж больно часто мне фальшью душу ест. Но врезалась к чему-то, как с боевых мы едем, а нам с обочины гремит оркестр. Бронежилеты, денники в коричневой пыли, загар сквозь грязь почти у всех не брита борода. Там-та-та-та-там, долина, в самом краю земли бравурный марш оркестр играл тогда. Там-та-та-та-там, долина, в самом краю земли бравурный марш оркестр играл тогда. Движки хрипели, заглушая трубы, не до парада было нам, честно говоря. Сил не осталось даже поднять улыбкой губы, а потому трудились трубы зря. Не в радость музыкантам тут, но что они могли? Угрюмо старый барабан под палочкой страдал. Та-та-та-та-та, долина, в самом краю земли бравурный марш оркестр играл тогда. Бравурный марш оркестр играл тогда. Потом еще дорог немало было, где парадов, где оркестры не раз играют нам. И время наше много остудит и забудет, но как-то напоем невольно сам. Мотив, что плыл назойливо в жарище и пыли, забыв, откуда взялся он, но вспомнил вдруг, ах, да, там, та-та-та-та, вдали, на самом краю земли, бравурный марш оркестр играл тогда. Там, та-та-та-там, долина, в самом краю
огромное. Спасибо огромное. Вот, мы попросим Яшу. Скажи, пожалуйста, вот, сколько у нас есть еще времени? Только честно. Можешь собрать. Да без 10-11. Так. Значит, я вам расскажу, я скажу секрет. Я, чтобы согреть горло, взял этот самый себе там коньячок. И мы с Геной, Гена — это легендарный человек, о котором нельзя говорить вообще, вот, мы с ним чуть-чуть там пригубили. Кроме того, Гена, потому что он Гена, вот, не потому что я Чебурашка, он притащил 7-летний коньяк старейшина. Нас, конечно, много. Вот. Но мы можем как-то, я не знаю, сгрудиться и под легкую музыку, вот, бардовскую, можем это дело... Юра, кто может? Я знаю, что ты не можешь. Но ты купишь сок. Вот, можем это дело выпить за вот наш вот этот вот день, этот вывод, этот нашу великую державу, это большое... Этот путь, который мы прошли с вами вместе. У каждого там в душе есть что-то личное, конечно, да. И есть то общее. Про Томик Ахматовый. Для тебя любой этот самый. Я дать свою просто. Ну пусть это будет такой бонус. Мне понравилось, что ты не про русские улочки попросил. А политическая сила. На кухне с училкою бывшей развели разговоры за жизнь. Говорим, поднимаясь все выше и выше, и летим, хоть за звезды держись. По поэзии века 20-го озаренные грезы меж строк. Ах, спасибо вам, Анна Ахматова, за уютный такой вечерок. Ах, спасибо вам, Анна Ахматова, за уютный такой вечерок. Было время творения ваши, переписывал я о друге. Позаимствовать ваши хотелось бесстрашие и свечей, и доски, и любви. А теперь со своими заплатами пьем какао свое не спеша. Ах, спасибо вам, Анна Ахматова, за ночной разговор по душам. Ах, спасибо вам, Анна Ахматова, за ночной разговор по душам. А еще был денечек отличный, просто в юность билет раздобыл. Домик ваш как товар заграничный, я в Шинданте за чеки купил. Нынче ж домик как повод порадовал, чтоб соседку мою расспросить. Ах, спасибо вам, Анна Ахматова, за негромкие эти часы. Ах, спасибо вам, Анна Ахматова, за негромкие эти часы. И училка, студентка, ночи проводил за чтением книг. Молодыми ночами из редких источников постигая таинственный стих, что искалось в мучениях адовых, нас на старенькой кухне нашло. Ах, спасибо вам, Анна Ахматова, за нежданное это тепло. Ах, спасибо вам, Анна Ахматова, за нежданное это тепло. Наше время стихов не умножит, как трагичные ваши года. Но училка на вас чем-то очень похожа, поэтично, печально, горда. Вечер дальше пасьянсы раскладывал, не дано им совпасть. И не жаль. Ах, спасибо вам, Анна Ахматова, за домашнюю эту печаль. Ах, спасибо вам, Анна Ахматова, за домашнюю эту печаль.
закончен. Я ж включи, пожалуйста, музыку. О!